Как такое возможно? Да, секреты, как пирамида. Как объяснить такое человеку вроде Маркоса? А сколько всего здесь спрятано? Так. Исследуйте пещеру, то есть как бы задание дополнили. В центре что-то светится. Дополнилось копье судьбы. Ключ. Деймос, кузня, долго же ты была в симуляции. Совсем себя не жалеешь. Ты не понимаешь. Догадка верна. Алексиос не только владел технологиями ИСУ, но и мог их улучшить. Представь, какие это возможности. Признаю, потенциал невероятный. Но как врач, я должна о тебе заботиться. Сейчас тебе надо как следует отдохнуть. Времени нет. Сюда вот-вот нагрянет Абстерго. Об этом есть кому позаботиться. Но все это будет зря, если мы потеряем тебя. А ты умеешь подбодрить. И помни, мы команда. Мы будем прикрывать тебя сколько потребуется. Знаю. Киоси следит за безопасностью. Вчера он возился в лофте. Алана занята исследованиями. А со мной можно поговорить, если в Анимусе что-то пойдет не так. Вечный терапевт. Мы подобрались к жезлу ближе, чем когда-либо. Что думаешь? Да, это очень ценный артефакт. Но другие жезлы и демо удавалось найти и раньше. Один из них Никола Тесла взорвал в России, если я ничего не путаю. Это другое. Если то, что я видела в Египте, правда, жезл управляет не разумом, а законами физики. Времени. С ним можно изменить саму суть Вселенной. Но ведь копье у нас, и вроде бы мир пока не рухнул. Просто копье связано с родом. Леонид... Алексиос и Деймос, в смысле, Кассандра, были с ним едины. Уверена, что жезл Гермеса подчинится тебе? Нет. Но попади он к тамплиерам, они найдут того, кто с ним справится. Кстати, как тебе мой новый анимус? В смысле, наш новый анимус? Это оборудование Абстерго. Я модифицировала здесь каждую мелочь. Это прототип консоли Анимуса. Брахманская версия с повышенной пропускной способностью. Портативная, но мощность у нее выше, чем доступна НАСА и ЦЕРН. Пойду разомнусь. Вот бы сейчас оказаться в тренажерке Абстерго, да? Членство у них дорогое. Вот это да. Лейла. Поговорить с Геродотом — это невероятно. Да брось, он любит поболтать. Тебе помочь еще с чем-нибудь? Ну как, данные исследования подтверждаются? Я меняла настройки анимуса, опираясь на тексты из книги. Эта книга — утерянный труд Геродота. Он первым решил вести хроники исторических событий. Все личности подходят под описание. Клеон, Перикл... Ради возможности увидеть прошлое, я и вступила в братство. Многие хотят вершить справедливость и прыгать по крышам, но только не ты, да? Я стала увлекаться историей после рассказов деда про своего деда-ирландца. Моряка и искателя приключений. Так что я продолжаю традицию. Это большая удача. Удача — это миф, помнишь? Мне уже не раз говорили. Я знакома с Геродотом, но мало что о нем знаю.
Он просто гений. Его история считается основной книгой того периода. Столько ученых сделало карьеру на толковании этих текстов. А возможность увидеть Геродота в обычной жизни... Просто, можно сказать, это мой кумир. Фанатею осуждать не буду. Да! Ладно, работай. Будет что-нибудь нужно, только скажи. Жаль, что пришлось уйти. Я бы выпила еще карибу. Третий эшелон. Или четвертый. Как у тебя дела? Ну, угроз не замечено. Приятно снова работать вместе. Полагаю, наши методы совместимы. Все еще расстроены за последние стычки с Абстерго? Прости, я не знала, что в Квебеке такие крутые холмы. Но ты и твои рефлексии якудзы спасли нас. Прости, бывшего якудзы. Мы все живы, и наши раны затянулись. Вот что важно. Конечно, я вернусь в Анимус. Пройду по следам Геродота и найду жезл. У меня так много возможностей, так много путей, и никак не узнать, какой из них верный. Ты был главой в японском братстве. Что бы ты сделал? Делай все по порядку. Наблюдай, затем действуй. Или убей всех и обыщи карманы. Твой выбор. Спасибо, что приглядываешь за нами. Не буду мешать. Я скажу, если замечу Абстерго. Так, что там дальше? Надо как-то возвращаться, видимо, в Анимус. Или что? Ты уверена, что хочешь вернуться в Анимус? Ну, конечно. Мне кажется, ты пробудешь там еще долго. Так, нет, нужно что-то сделать. Нет, сперва осмотрюсь, потом сейчас вернусь в Грецию. Посмотрю. Что ж, приходи, как будешь готова. Говорит, присмотрюсь. Ну, готова тоже. Так, может, что-то пропустил, а может, нет. Закончилось тем, что он в пещере нашел... Это что? Визуальный контакт есть, угроз не замечено. Отлично. Интересно, близнецы Фрая узнали бы Лондон? Хотя, крыша есть крыша. Крыша есть крыша. Ладно. Эту часть, это здесь. Добро пожаловать. Тут всякие материалы, которые нужно будет... Cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Прототип панели управления Анимуса. Греция. Копье Леонида. Считается мощным оружием ближнего боя. Копье Леонида. Год до нашей эры. Центр Вселенной, 400-й год до нашей эры. Орлы ничего, но ручная обезьянка куда круче. Не терпится вернуться? Да, я готова вернуться к Алексиосу. Ладно, я пригляжу за тобой. Так, копье Леонида, да? Идем дальше, дальше, идем. В моем копье сила. Культистов ждет смерть. Угу. Апгрейд. Копье Леонида. Понятно, это нужная вещь. Можно улучшить. Копье. Ох, как не хватает. Ну, побывал задолго до нас.
выходим. Леонид знал об этом месте? Апгрейд. Опа, опа. Так, это кто? Девушка. Поговорим. Я думала, варвары. Это нет. Отвесная скала. Тебя легко найти. Ты пришла одна? Не может быть! Кассандра! Ты жива! Не трогай! Ну же, сестренка! Тебе придется все рассказать. Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу. Ты мне чужой. Ну, а ты мне нет. Это не важно. Нам с тобой о многом нужно поговорить. О да, о твоей проделке с артефактом. Тебе удалось привлечь мое внимание. Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду. Мы семья, и мы с тобой смогли выбраться из Спарты. Да, он открыл правду. То, о чем я всегда знала. Ты сбросил меня со скалы! Кассандра, ты слишком сильно ударилась головой, раз так думаешь. Ты грязный обманщик, и я тебе не верю. И меня зовут не Кассандра. Да, Деймос. Ее я не знаю. Она полубог. Ей поклоняется культ и вся Греция. Над ней никто не властен. Похоже на легенду. Ее тоже придумал культ. Закрой рот, или пожалеешь. У тебя был шанс меня убить, но вряд ли ты сможешь. Это глупо. Нужно найти нашу мать. Меня это не интересует. Просто ответь, что ты здесь делаешь? То же, что и культ. Ищу нашу мать. Им она не нужна. Твой культ думает иначе. Мирин их новая цель. Если они ее ищут, значит, хотят убить. Ты не знаешь, где она, значит... Она и тебя бросила. Грустно. Отзови своих людей. Отправь их за мной. А ты любишь внимание. Придет и твое время, не волнуйся. Очень скоро тебя найдут. Это их надолго займет. Вряд ли. Твоя семья будет уничтожена. Одного из нашей семьи уже нет на свете. Я убил Николауса. Вот ты какой на самом деле. Ничем не лучше меня. Мне все равно, что ты думаешь. Я найду Мирин. Можешь пойти со мной. Что? Найдем ее. Вместе. Ты могла бы помочь. Ага. Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети в поисках мамочки. Ты слаб. Не будь так уверена. Я сделал убийство своей профессией. О, как страшно. За мной целая армия. Один неверный шаг, и ты умрешь. Таков план. Я уничтожу ваш культ. Ты знаешь, сколько нас. Ты знаешь, как я сильна. И думаешь, что справишься? Проверь. Безрассудность — это семейное, верно? Говоришь, мы с тобой родня? Посмотрим, что ты сможешь сделать. Ты этого заслуживаешь! Ты должен быть сильнее.
Малака! Геродот, нужно рассказать ему, что произошло. Ну, легенда правдива? Как это было? Что случилось с тобой и копьем? Тише, Геродот. Копье обрело силу, я чувствую. Ты был прав. Там был какой-то артефакт. Он показал мне видение. Она с мамой. Значит, древняя цивилизация реальна. Алексиос, ты не представляешь, какая сила заключена в копье Леонида. Это еще не все. Деймос выследила меня. Она рассказала, что культ начал действовать. Они ищут нас, мою семью, Перикла. Почему она раскрыла тебе свои планы? Мне все равно. Мы плывем в Афины, предупредим Перикла. И нужно найти мою мать раньше культа. Значит, нас ждет Пникс. Если Перикл жив, он там. На этом пока что все. Всем спасибо и пока. Продолжение следует. Thank you.